Ну что, сегодня? Ну, а когда же? Поворачивай. Сестричка, перевяжи мне конечность. Ну, я попробую, а какую? А вот эту. Рана заживет, Кутейкин. А вот сердце у вас ни к черту. Подозреваю, был инфаркт после операции. Ошибаетесь, товарищ военный врач. У меня их было два. Еще перед войной. В чем дело? Что это? Рапорта. Рапорты, то есть. Об отправке нас на передовую. Я спрашиваю, что это? Николай Иванович, мне бы утку. Так. Утку. Но вы же слышали, что мы вам сказали. Мы требуем... Разговорчики! Ну, товарищ начальник госпиталя. Замолчите, девочки, и принесите Кутейкину утку. Утку? Если можно, конечно. Да где ее возьму? Сегодня на обед котлеты с гречневой кашей, да. Коновалова? Да. Объясните медицинской сестре, что такое утка. Пойдемте, девочки. Ну вы что ржете-то? Федя, громко! Слишком громко! Здравствуйте, товарищ мама! Здравствуй, Федя! А ну, посторонись! А я на фронт ухожу. Ой-ой-ой-ой-ой! Ты хоть стрелять-то умеешь? Обижаешь? Ворошиловский стрелок! Счастливый! Мы тут заживо гнием. Люблю тебя, Петро Творенье! Люблю твой строгий, стройный вид! Пойдем, нервы державное течение! Береговой ее гранит! Ой, куда же, принцесса, подождите! Ну почему все мужики, как мужики, на фронт? А мне о фронт, а вы не ушиблись? Сумасшедший! Надежда! Да. Я женюсь на тебе. Господи. Я могу идти по жизни сам. Сам или со мной? С тобой. Или со мной. И с тобой тоже. Ну что за гаденькое слово эвакуация? Тошнит меня от него. Какая у вас, девочки, потрясающая форма. А у меня костюмчики театральные. В следующее воскресенье мы ничего не наливаем. Прощай! Лёня! Прощай! Здравствуй, эвакуация! Пирог уже, наверное, готов. Угу. Так, куда это вы собрались, девушки? В увольнительную. Сегодня же воскресенье. Кто это вам дал увольнительную? Мы друга провожаем в эвакуацию. Сюда. Принимайте больного. Так, пойдемте. Пойдемте, Николай Иванович не может ждать. Пойдемте. Сейчас, тихо. Войдите. Дождались? Отправляйтесь в дивизию в распоряжении капитана Зотова.
Найдете его в медсанбате. Mm-hmm. Вот подписываю похоронки Сетюкова, Евдокимова, Крюкова. Еще неделю назад вместе с вами работали. Эти вот мужики, это понятно. Но эти, Коломейцевы, Чугунова. Наташа. Наташа. Вы их знали? Mm-mm. Не очень. Мы не успели. Что ж, оно может и к лучшему. Вот получите. Распишитесь в получении оружия. Вот здесь. Ну что, Степаныч, тяжело там? Кисло? Большие потери медсостава. Живых рук не хватает. Раненые не выносятся. Хватит, Степаныч, ныть. Иди заводи машину. Будут у вас, Коновалова, как у старшей. Больше дать не могу, да вам и ни к чему. Разрешите идти? Подождите, Зоя Михайловна. Мы хирурги суеверны, поэтому молча, на посошок. Ну, Зоя, давай. Мы все знаем, за что. Возвращайтесь. Давай, давай. Вот так. Вот так. Вон там еще. Командуй. Вот давай. Все. Давай, все. Прыгай. Вот натягивай сюда. Садитесь. Помоги. Так, так, давай. Давай. Так, так, давай. Зоя, Зоя, ты-то куда? Садись в кабину. В кабину садись. Не, не, я с девчонкой. Ну, не хочешь, как хочешь. Поехали. Счастливо вам. Thank you.
снаряжение капитана Зотова. Где он? Если жив, там, на передовой. Далеко? Да рядом! Вы что, не слышите? Рука, у него рука, осторожно. Кончилось? Не нравится мне это. На бок, на бок. Что встал? Пошли, поможешь. Пойдем. Надо всех погрузить. А все не влезут. Как это не влезут? Как это не влезут? Вот ты мне это брось. Несите остальных. Никого здесь не оставлю. Слышишь? Никого. Слушай, я тут думала. Что надумала? Не пойдем мы за Ленку замуж. Как-то неправильно. Почему? Да два танцовщика в семье, это глупо, это ненормально. Девочки, девочки, нашли о чем говорить. Да, пирог уже, наверное, готов. Ага. Ой, смотрите, что там? Где? Да вон, вон. Где? Пошли. Ищите живых. Ищите, кто дышит. Федя. Кто? Сосед наш. Кажется, немцы. Точно! Занимай оборону! А патроны? Ой, девочки, извините, забыла. Сейчас. Держите. Куда вставлять-то? Смотри. Сюда. Ага. Ты в Бога веришь? Нет. А ты? Не знаю. То есть я знаю, что его нет. Но иногда такое бывает, что не знаю. Ладно, это не важно. А что важно? Важно, чтобы он в нас верил. Готовы? Да. Ага. А ну отставить, психопатки! Текайте немедленно! Надя! Надя!
отдохнешь. Надя, ну хватит притворяться, пошли! Ну что ты разлеглась? Смотри, смотри. О, господи. Надя! Зови Коновалову. Надя! Коновалова! Надя! Коновалова! Надя! Коновалова! Надо же, прочухалась. Ну? Пойдем, покурим. Да, пойдем. Давай. Вот так. Чтобы силы были. Давай, умница. Вот так. Давай, кушай, кушай. Чтобы много сил было. Лучше. Умница. Молодец. Я уж думала, ты не проснешься. Еще месяц назад я бы не поверила, что ты встанешь и пойдешь. А ты встала и пошла. Холодно. Война кончилась? Нет, война идет. А почему ты так решила? Тихо. Погода нелетная, вот и тихо. Разведнеется, опять полетят бомбовозы на Ленинград. Немцы взяли Ленинград? Бог с тобой, куда им? Не взяли и не возьмут. Но обложили его со всех сторон. В блокаде город. Говорят, там с продуктами плоховато. Совсем плоховато. Ну ничего, до зимы бы отбиться.
пока не зима, жить можно. Что это? Где? Это Финский залив? Да нет. Это Ладога. Дорога жизни. Как ты себя чувствуешь? А Надя умерла? Надя убила. А я тебя тащила, волокла. Аля! Ну, думаю, не доволоку. Аля! Танцуй, Аля, смотри, сколько тебе писем. Тебе, представляешь, полгода тебя искали. В Минском и Кристинопольском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять... Питер утюжит. Дорогие девочки, пишу вам уже которое письмо, не теряя надежды, что оно все-таки найдет вас. Итак, все по порядку. По дороге в Пермь наш поезд разбомбило. Это произошло ночью, и в вагоне начался такой переполох. Мы даже не поняли, что произошло, будто кошмарный сон. Вспышки разрывов в бомбежке вырывали из темноты знакомые лица ребят. Потом я куда-то бежал по высокой траве, запнулся, упал и под руками почувствовал какой-то теплый комок. Меня охватил ужас. Вдруг что-то теплое и влажное прикоснулось к моим рукам и раздался писк. Это был щенок. До сих пор не могу понять, как он туда попал. Наверное, его кто-то потерял из пассажиров. Работаем мы день и ночь, репетируем Дон Кихота. Сами себе готовим, сами себе стираем, сами стоим в очередях и отвариваем картошку. Спим прямо в гримерной. Сейчас час ночи, свет в городе уже выключили, а Алька, так я назвал моего бесика, спит на подстилке под гримерным столиком и во сне поскуливает. Девочки, дорогие мои, я жду от вас ответа. Ваш Леонид Астахов. Васильич, глуши свою таратайку. О, на курорт приехали. Здорово. Здорово, боец. Здорово. Эй, выздоравливающий, кончай игру. Тут по вашу душу. А меня сегодня не заберут. Ты уверен? Я для флота не гожусь. Во-первых, меня укачивает. А во-вторых... Во мне 2 метра росту. А на палубе я ж каланча, без козырку сдувает. Во флот берут только таких вот маленьких, как ты. А ты не надейся. Там не только матросы, там и мачты нужны. Громов! Ты прав, коротышка. Мачт у них и в самом деле не хватает. Придется помочь. Гвардии старших техник лейтенант Межевов вместе с мотористским вооружением готовит к полету... Так, остальные отдыхают. Ну что, может, в мячик погоняем? Да иди ты. Сейчас верну. Тебе чего? Ничего. Товарищ командир, возьмите меня. С ума сошла. Не возьмете, уйду. Чуть подсохнет и уйду. Где служила? В полку. Кем? Минометчицей. А что? Ну и какой калибр твоего миномета? Калибр простой, обыкновенный. Обычный полковой миномет. Ну ты, дюймовочка.
Ты хоть знаешь, сколько весит мина полкового миномета? Полковой миномет. Такого же не бывает. А я беру ее. Куда это? В разведку. Пойдешь? Угу. Я командир разведчиков в бригаде морской пехоты. Сегодня погрузка на эшелон. Да вы что? С такой контузией я против. А это не важно. Важно, что боец не против. Так точно. Я могу идти? Идите, товарищ боец. Боец. Тут муха дохлая. А это мы поглядим. Так. С собой. Даже. Нет. На. Обмотки ты умеешь вертеть? Научусь. Муха дохлая. Давай. Ну, мне! Давай! Оп! Оп! Эх! Куда ты? Опа! Вот на память тебе. Холодно. Гляди, не простыни. Поняла? Береги себя. Поняла? Запрягай! Ну что, бригада, вперед! Эх! Поехали, поехали! По коням! Когда блокаду снимут, когда в Ленинград попадете, передайте маме моей. И маме Наде передайте. Передайте, что так вышло, а я ничего не смогла. Передайте, что я ничего не смогу. Я хотела помочь, и не смогла. Товарищи бойцы, с прибытием вас в легендарную, трижды геройскую и непобедимую Любкину бригаду! Разрешите вопрос? Разрешаю. А кто такой товарищ Любкин? Революционер? Али герой какой-нибудь? Скоро узнаете. И еще одно. Если кто из вас хоть ухмылочку, хоть один зуб оскалит в адрес бойца женского пола, я тому самолично этот зуб вот этим выкрашу, ясно? Ясно. Товарищ старший лейтенант, а вот если я без всяких там пошлых ухмылочек и разных там задних мыслей, а наоборот, с печальным выражением в глазах, захочу интимно обратиться к товарищу бойцу, что тогда, тогда делать? Я тебе сама все зубы пересчитаю. Отставить. Равняйся! Сыра! Здорово, бойцы! Здравия желаем, товарищ комбриг! Эх, каких орлов под Амгой потерял? А это что? Да ладно, погоди. Слушать меня и отвечать.
Кто есть главный враг морпеха? Не слышу ответа. Фашист! Кто же еще? Фашист враг серьезный, спорить не стану. Но главный враг морпеха – это вошь. Или вша, как хотите, так и называйте. Поэтому главный приказ – чистота. Содержать себя в чистоте и почаще сдавать штаны в вышибойку. Ясно? Это первый вопрос. Вопрос второй. Кто есть главный друг морпеха? Интендант. Отставить! Отставить! Отставить смехи! Главный друг морпеха – это я, ваш фельдшер Любовь Сергеевна. Вольно! Вольно! Эх, каких я бойцов под Амгой потерял. Да не бухти ты, Вась. Братва, почта! Давай, давай, налетай, пока я добрый. Мужики! Письма, Саня, давай! Почта! Пошли, письма принесли. Ну, держи. Бегу, братва, где Селиванов? Селиванов! Селиванов, письмо проспишь. Смирнова. Смирнова? Ты что ли, Смирнова? Пляши. Оп, оп. Отставить, боец. Письмо. Шагом марш. Держи. Ну, как устроилась? Нормально. Иди за мной. Куда это? Разговорчики. И в темный лес ягненка поволок. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться? Давай. Зачем вы разведку взяли? Да затем, чтобы ты пожила, дуреха, немного. В пехоте что? В атаку в полный рост вперед и ни шагу назад? Ясно. Что тебе ясно? Да вы взяли меня, потому что пожалели. Да не пожалел я тебя. Я посмотрел, ты тренированная, ловкая, упрямая. В каком, говоришь, секретном училище тебя тренировали? Да не в секретном, в балетном. Мать честная. Ну ничего, ничего. Я ведь пока на флот не попал, тоже сапоги шил. Главная наша задача – притащить языка живым. Погибаем мы при этом сами или выживаем – сильно зависит от нас самих. От нашего ума, силы, ловкости. Так. Ну и от везения, конечно. Ну, тут пополам на пополам. Винтовка. Система Токарева. Видела? Ну ладно, не боись. Не бой, горшки обжигают. Давай, пробуй. Ну. Ну, так. Так? Молодец. Сиди, не высовывайся. Сначала я. Что за люди за бугром? Не бугор это, а бруствер. И не люди вовсе. Фрицы. Как ты думаешь, сколько до них? 500 метров, не больше. Молодец, глаз-алмаз. Точно, 500 метров. Ну что, продолжим обучение? Продолжим. Смотри, ставлю на 500 метров. Держи. Левую руку на цевье. Прижми приклад. Вот так. Мушка должна быть точно в середине прорези. Стрелять можно? О, заторопилась. Нельзя. С предохранителя не сняла еще. Вот теперь можно. Только целься не в белый свет, а точного врага. Понятно? Ну, давай. Ох, каблук тебе в глотку! Thank you.
Молодец, боец. Стреляешь ты хорошо. Только оружие тебе дано не для того, чтобы стрелять. Увидел врага, бей прикладом. И бей так, чтобы пикнуть не успел. А если выстрелил, значит, обнаружил себя. Значит, все. Хана тебе. Поняла? Поняла. Ну и полежим еще. Ну что, товарищ боец, видишь, какой мы с тобой беспорядок учинили? Сенечкин, чё потерял? Но не суки немцы после этого, товарищ комроты. Суки, Сенечкин. Натуральные суки. Твое? Мое. У меня кальсоны были, как у маршала. Из козьей шерсти, с начесом. Ну. Приказ о наступлении на Тихвин должен был еще вчера подоспеть. Но мне в штабе дали понять, что наступление будет через двое суток. А у нас нет языка. Я не хочу задаром угробить бригаду Кубриянов. Ты мне, пожалуйста, языка обеспечь. Кто пойдет? То мы справимся силами второго взвода. Где будете брать? Ну, вот здесь. Угу. Вот здесь. И вот здесь. Сюда пошлю Белоглазова с его людьми. Здесь будет отделение Сенечкина. А здесь проползет Сухрулидзе со своими. Нет. Все нет. Готовы? Сюда пока не суйся. Здесь моя артиллерия будет работать. Ну, это хорошо, что артиллерия. Им под шумок-то. Проползти легче будет. Мне не нужно, чтобы ты всюду пролез. Мне нужно, чтобы твоя разведка хоть в одном месте пролезла. Но поглубже, поглубже. Мне от языков с их передка проку мало. Мне бы кого со второй, с третьей линии. Вот отсюда и отсюда. Мне бы такого, который не только нас с тобой в окуляр видел, но и расположение своего хозяйства мог вспомнить. Доты свои, дзоты, танки врытые, боеприпасы припрятанные, пушечки. Вась, что ты там бубнишь? Да ничего особенного, Люба. Я задачу ставлю. Тебе помочь? Да я уже заканчиваю. А который теперь час? Да рано еще, Люба. Ты спи, спи. Может, я пойду. Когда выступаете? Ну, к вечеру будем готовы. Действуй. Вась, они ушли? Подойди на минуточку, Вась. Вася. Иду, Люба, иду. Задача! С наступлением темноты нужно приволочь кого-нибудь со второго эшелона. Так что придется пролезть куда-нибудь поглубже. Ясно? Так точно! Да мы хоть в жопу пролезем, командир. Сенечкин, ты, кажется, один раз туда пролез, и весь твой взвод там в жопе остался. Ну, не повезло, командир. На этот раз нужно будет, чтобы повезло. Сенечкин, ты это в каком пажеском корпусе воспитывался? Что за разговорочки при дамах? Что ты здесь делаешь? Товарищ старший лейтенант! Ты... Иди! Своей головы нет, чужую не приделаешь. Сенечкин! Стой! Чего? Пригляди за девчонкой. Жалко будет, если убьют. Жалко. Давай, с Богом. Стой! Ствол на руку. Делай, как я. За мной, ясно?
лицо не поднимай. Ну чё, сдохла? Терпимо. Молодец. Молодец. Пошел. Давай, давай, пошла. Шевелится? Нет, товарищ Куприянов, никто не шевелится. Значит, такой билет им достался. В этой проклятой лотерее. Другой уже не вытащишь и не переиграешь. Ну что, шевелится кто-нибудь? Нет, нет, товарищ Куприянов. Нет. Никто не шевелится. Знать бы, где упасть, соломки подстелил. Слушай, товарищ Стрелец. Куприянов, ну, что там у тебя? Думаю, это была разведка боем. Разведка боем была, товарищ Стрелец. Потери есть? Ну, потери небольшие. Товарищ Третий. Да знаю я твои небольшие потери, Куприянов. Ты мне мозги не засирай. Языка добыли? Языка? Нет, товарищ Третий. Ну, Куприянов. Третий. Товарищ полковник, командующий. Слушаю, товарищ Первый. У тебя шумели. Противник произвел разведку боем. Языка добыли, Аникеев? Нет. Разведчики еще не вернулись. Добудем, товарищ Первый. Добудем. Смотри, Аникеев.
Голову сниму вместе с погонами. Ну что, Вась, как всегда обещал голову снять? И вместе с погонами, да? Да. Товарищ старший лейтенант, там, кажется, кто-то шевелится. А ну, пусти! Кто это? Узнать не могу. Черт. О. Ну все. Конец. Смотри, смотри! Кто ж то, а? Ну? Кто же это? Ну? Мать моя женщина. Ну давай, милый. Смотри, Сенечка, ну, вроде живой. Ну, да. Давай. Ай да боец. А? Медсамбатова. Золото, а не боец. Слышь? Слышь, это я тебе говорю. А? Ну? Слышь? Бесконечно мне, дорогие девочки. Письма уходят в пустоту, а то, что они не возвращаются, дает мне надежду, что вы все-таки живы. Я знаю, что полевая почта иногда очень долго идет, но все равно мне горько и тревожно. Только работа не дает пасть духом совсем. В очередной раз просился на фронт, за что получил от коменданта трупы трое суток ареста. Сократили до двух в связи с премьерой, но из театра не выпускают. Как будто я не могу сбежать. Но куда? Поздравьте меня. На премьере был полный зал. В основном ходящие раненые и эвакуированные были ленинградцы. Принимали хорошо, некоторые даже плакали. Я очень надеюсь, что вы все-таки еще вместе. Очень жду ответа. Ваш Леонид Астахов. Ты меня не понимаешь. А ты выслушай меня. Во мне 102 килограмма с лишним. А она меня на себе прет? Я ей говорю, ты брось меня, назад одна, одна ползи. Сознание потерял, очнулся уже у своих траншей. То есть это получается, что она меня, 102 килограмма, на себе перла. Люба, меня такого Борова на себе перла. Катенька, давай-ка сделаем ему укол. Сейчас я возьму самую большую. Нет, товарищ доктор, только не укол. Только не укол. Ну вот. Откуда прибыли? Все с Амурской флотилии, только с разных кораблей. Отлично. У нас, правда, не поплаваешь, зато поползаешь в волю. Вопрос к вам имею. Жить охота? Охота. Не слышу ответа. Охота. 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 Левофланговый. Я. Ко мне, шагом, марш. Кругом. Пускай тебя бойцы хорошенько разглядят, чтобы потом недоразумений не было. Меня Али зовут. Отставить смехи! Вот кому жизнь дорога, во всем и беспрекословно слушать меня и Промфлангового. Всем ясно? Разрешите вопрос, товарищ комзвода, матрос Круглов. Спрашивайте, матрос Круглов. Бригада Любкина, а взвод что, Алькин, что ли, получается? Это куда мы попали, братва? Попрошу хорошенько запомнить. Матрос Круглов. У нас не один мой взвод, а вся наша разведрота Алькина. И кто у меня об этом забудет, живо у меня вылетит. Из разведки в пехоту. Там, конечно, не поползаешь. Но зато побегаешь. Вот только бегать придется недолго. Смирнова! Быстро на правый фланг!
Отставить смехи! Здравствуй, дорогая мамочка. Сначала о себе. Довольствие у нас хорошее. Есть пшенка, есть гречневый концентрат, очень питательный. Но, само собой, гороховый. Пшенку не каждый день, но дают. Дают и жиры. Не масло, конечно, но сало. Бывают с этим и трудности. Фронт есть фронт. Здоровье мое в порядке. Я весь день на воздухе, хотя, конечно, и устаю. Воюю хорошо. Замечаний и нареканий от командиров не имею. Твоя дочь, Алька. Здорово, бойцы! Здорово, коль не шутишь. Ну чё, как там мины? Мины в порядке. Ну, не отсырели? Слушай, шутник, мы тут одну балерину ищем. Кто? Балерина? Ну, может быть, и не балерина, я не знаю. А, Алька, что ли? Ну, наверное. Аль! Тут по твою душу! Командир взвода минометчиков, младший лейтенант Марат Хабибулин. Вы артистка? Да. Позвольте от бойцов взвода преподнести вам этот подарок. Ребят, выгружайте! А? Ой, мать честна! Слава впереди тебя бежит! Это откуда? А мы своих секретов не выдаем. А почта не ушла? Мой возьми. А вы, товарищ лейтенант, отнесите зеркало в будуар, к актрисе. Ребят, взяли! Вон, прямо туда. Хитрый. Секретов. Осторожно, не разбейте. Wann hatten dir deine Freundin das letzte Mal geschrieben? Meine? Was meinst du jetzt, Lisa oder Eleonore? Lisa oder Eleonore? Eleonore meine ich natürlich. Eleonore. Ja, die hat gar nicht geschrieben. Weil ich war ja erst zu Hause zum Fronturlaub, weißt du? Und war aber ganz nett. Und was macht deine? Wie heißt du denn nochmal? Hanna. Hanna? Also, schöner Name. Ich hatte auch meine Hanna. Zurückhalten. Also, der Hanna hofft sich doch wirklich, dass du freust. Ja. Aber ich denke mal, das ist kein Problem bei dir, oder? So wie die aussieht. Ich bin hungrig, hatte ich gesagt. Wir machen halblang. Das heißt, wenn du dich aus. Nein, ich auf die, oder was? Ja, und die. Ja. Vielleicht ist so fantastisch drauf. Ты чё задумала, Алька? Если что, прикроете. Куда тебя черт понес?
Че это она? Ты у нее спроси. А, дура. Ханс! Что творит? Контуженная. Куда полез? Одуванчик. Ну что встали? Каблук вам в глотку. Уходим. Бегом пошли. Ханс, Essen wird kalt. Ханс, komm her. Ehrenwort, sie hat selbst angefangen. Честное слово, она сама. Ich wollte niemanden beleidigen. Я не хотел никого обидеть. Der Leutnant wird mir das nie verzeihen. Господин лейтенант мне это не простит. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie streng er ist. Вы даже не представляете, какой он строгий. Vielleicht schreiben Sie... Может, вы напишите... Einen Brief an den anderen Leutnant. Записочку господину лейтенанту, что она сама. Und ich habe nichts gemacht. Что не я. Dass ich nicht selbst weggegangen bin, sondern von ihren Leuten weggebracht wurde. Also, ваши люди меня увели. Ja, es wäre besser, wenn ich einen Gefangenen hätte. Еще лучше, если я приведу пленного. Das würde meine Schuld beim Leutnant rechtfertigen. Могло бы искупать мой... Meine Herren, versetzen Sie sich in meine Lage. Господа, войдите в мое положение. Vielleicht wäre jemand von Ihnen einverstanden, für mich mein Gefangener zu sein? Может быть, кто-нибудь из вас согласится побыть пленным? Der Leutnant ist sehr streng, aber zu den Gefangenen sehr gut. Господин лейтенант строг, но с пленными вежливо обращается. Возьми письмо, да. Смотри, не потеряй. Доставим, не боись. Алька, давай быстрее! Ну ладно, будь. А что нам делать-то? О! Возьмите, мадам. Спасибо. Кому письмо? Да маме. Давно не отвечаю. Че, когда едем, а? Давайте уже, Анна, мужики. Давай, пошел. Отдохнуть, отдохнуть. Добегался. Не задерживайся. Привела, идиоты. Ой, чё это он на тебя так посмотрел? Чё, влюбился он в нашу муху. Войди. Ты чё? Ничего, устала просто. Иди, чё смотри.
Ну что, здесь его? Да нет, давай подальше. Thank you.